Я Сергей Мальнев. Приветствую. Миллиарды долларов потеряла Россия в Украине. И речь не только про многокилометровые колонны уничтоженной военной техники. Кроме нее, в списке еще и десятки объектов торговой недвижимости. Отели, развлекательные центры, банки, карьеры, заводы, которые принадлежали россиянам и на днях были национализированы Украиной. Кто из путинских олигархов и что именно потерял? Показываем. Первые путинские олигархи попрощались со своим имуществом в Украине. Высший антикоррупционный суд Украины национализировал активы подсанкционных российских бизнесменов на сотни миллионов долларов. Украинское государство приняло за цель минимизировать влияние российских граждан и также российских олигархов на украинское государство, на украинскую экономику и на украинскую, очевидно, политическую жизнь. Так на баланс государства перешли активы скандального миллионера Олега Дерипаски, в частности, Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод. Стоимость этих двух предприятий оценивают около 270 миллионов долларов. Кроме того, суд постановил взыскать значительное количество нежилой и производственной недвижимости, промышленной и автомобильной техники, деньги, корпоративные права и имущество юридических лиц, связанных с Дерипаской. Значительные финансовые потери российский олигарх понес за тесное сотрудничество с вооруженными силами страны-агрессора. Путинский прихвостень владеет промышленным конгломератом «Русские машины», в который входит военно-промышленная компания, крупный поставщик вооружения и военной техники для армии Российской Федерации. Также его Арзамасский машиностроительный завод выпускает бронетранспортеры амфибии БТР-80, которые используются оккупантами во время полномасштабного вторжения в Украину. А его компания «Русал», которая является крупнейшим в мире производителем первичного алюминия и глинозема, обеспечивает значительное финансирование бюджета России. По информации портала «Война и санкции», выручка компании за 2021 год составила 162,6 миллиарда рублей, чистая прибыль – 147,4 миллиарда. За поддержку оккупации украинских территорий свои многочисленные активы потеряли давние друзья Путина в Ротенберге. В частности, компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» получила контракт от Путина на строительство Керченского моста, соединившего Россию с незаконно аннексированным полуостровом Крым. А Игорь Ротенберг является председателем стратегического для правительства России Совета директоров национальных телематических систем Российской Федерации. На этой должности он всячески поддерживает кремлевский режим. Из-за своей грязной работы на Путина потеряли в Украине один из самых больших торговых центров Киева – Ocean Plaza, стоимостью в 350 миллионов долларов. Интересная судьба и у имущества российского олигарха Евгения Гиннера. Почти 90% акций первого инвестиционного банка, также известного под названием Пинбанк, уже переведены на баланс Украины. Следующие в очереди на национализацию – энергетические активы Гиннера. Миллиардер владеет сразу несколькими облэнерго, которые обеспечивают электроснабжение в Ровенской, Херсонской, Черновицкой, Житомирской и Кировоградской областях. Проблема как раз с тем, что россияне контролировали энергетический рынок Украины, она возникла не в один день. Все это начиналось еще в 90-х, когда вот бывшая советская номенклатура партийная пришла к власти в Украине, то, очевидно, у них были очень тесные партнерские отношения с Российской Федерацией, с российскими олигархами, с российскими политиками. Кроме этого, в собственности олигарха 7 гостиниц и 2 торговых центра общей стоимостью почти 50 миллионов долларов. В настоящее время это имущество арестовано Высшим антикоррупционным судом Украины и ждет решения о национализации. На данный момент у российских олигархов Украина уже конфисковала 42 компании, 278 единиц транспорта, 136 объектов недвижимого имущества, 537 ценных вещей. Общая сумма конфискованных денежных активов – 85 миллионов долларов. Украина должна быть драйвером вот, принятия решений по национализации российских активов. И всегда должна быть первая, показывать собственный пример. И таким образом это будет мотивировать наших партнеров действовать так же. Сегодня каждая копейка, каждая гривна должна быть направлена на украинскую победу, на отстройку.
В Украине всего есть три механизма конфискации имущества. Первый осуществляется на основе закона о повышении эффективности санкций по активам отдельных лиц. В таком случае Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением блокирует активы гражданина Российской Федерации. Президент указом вводит его в действие и лишает собственника права распоряжаться активами. Министерство юстиции готовит заявление в Высший антикоррупционный суд о применении к лицу санкций в виде конфискации имущества. После вынесения решения первой инстанции его можно обжаловать в апелляционной палате. Если же решение не будет изменено, активы переходят в управление Фонда государственного имущества Украины. Когда Украина вот занимается адвокацией подобных решений на международной арене, мы должны на собственном примере показывать, что мы придерживаемся тех же самых ценностей и двигаемся вот в фарватере принятия подобных решений. Второй механизм воплощается на основе закона о принудительном изъятии имущества России и его резидентов. Инициативу принимает Кабинет министров Украины, который готовит проект решения о конфискации объектов и передает его СНБО. Те готовят указ и передают на подпись президенту. После этого имущество переходит в собственность Украины. Третий механизм, самый длинный, конфискация в рамках уголовного производства. Применяется за преступления против основ национальной и общественной безопасности Украины. Я думаю, что это далеко не последний этап национализации российских либо активов украинских граждан, которые связываются с Россией. Довольно много российского бизнеса до сих пор работает в Украине. Минимизация вот таких связей и фактически перекрытие любого сотрудничества с Россией — это помощь украинской национальной безопасности.